кандидатуры бизнес-омбудсмена, как вы относитесь к ней, как она будет соотноситься с фигурой мэра города? Ну, смотрите, бизнес-омбудсмен, так называемый, в соответствии с законом, нашим региональным законом, это государственный служащий, то есть региональный служащий. Поэтому, конечно, всевозможные союзы предпринимательские лоббируют тех или иных кандидатов. Но здесь, скажем, решающий последнее слово за губернатором, поскольку фактически он принимает на работу себе государственного служащего. Поэтому здесь выбор за ним. А он никак не конкурирует с мэром. Мэр – это орган местного самоуправления, избранный всеми горожанами. Бизнес-омбудсмен – это, по сути, нянька для тех предпринимателей, которым нужна защита. И, как правило, это все же мелкое и среднее предпринимательство, которым, ну вот, наверное, потребуется такое внимание, дополнительное внимание регионального госслужащего. Спасибо. Угу.